Угадайте, кто принес вам подарком целый вот. Дедушка Мороз, ура! Ура! Дедушка Мороз! Мальчик, что ты делаешь? Я так тебя ждал. Дедушка Мороз пришел живой. Дедушка Мороз настоящий. Ой, настоящий. Мальчик, как тебя зовут? Вовик. Через горы высокие, через снега глубокие, через леса древние. Слушай, почему у вас лифт не работает? Зачем? 24-й этап. А тебе какая разница? Ты ж на оленях ко мне прилетишь. Проходи, Дедушка Мороз, проходи, проходи, садись, отдыхай. Ой, Дедушка Мороз, дедушка, я так тебя ждал, я так тебя ждал. Я для тебя приготовил 27 стишков. С какого начинать? Ну, давай сразу с 27-го. 27-го. Ой. Стишок номер 27. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес. Стоп, 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 дальше я знаю. Стишок номер 26. Хоровод водили дети, прыгали, скакали. Дед Мороз за всей толпой нафиг затоптал. Тани, где ты, Дедушка Мороз? Подними-ка ножки, борода твоя лежит на полу лепешка. Молодец. Понравился? Хороший стишок. Я старался. Ну, вот тебе подарок. Подожди, Дедушка Мороз, подожди, какой подарок, что ты? Ну, куда ты сбежишь? Еще же осталось 25 стишков. А еще 18 песенок, 24 танчика и 32 загадки. Оно мне надо. Ну, мальчик, я пошел. Да подожди, я Дедушка Мороз, куда ты пошел? Ключики-то вот они. Пока все не послушаешь, не уйдешь. Слушай, следующий стишок. Я его сам сочинил про нашу Таньку из 128-й квартиры. Как интересно. Наша Таня громко плачет, съела баскетбольный мячик. Мама Тани тоже плачет, не поверила, что мяч. Нравится? Мальчик, ты вообще понял, про что это стишок? Конечно, про то, что ничего на улице поднимать и есть нельзя. Ну, прекрасно, вот я и пошел. Подожди, пошел. Дедушка Мороз, а загадки? Вы еще загадки с тобой не разгадывали, Дедушка Мороз. Один не надо смотреть. У меня же еще 32 загадки. Слушай, первое. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел. Ну, колобок. Неправильно, это мозг. Вова, мне ж надо уходить. Мне еще 20 квартир нужно обойти. Дедушка Мороз, пожалуйста. Ты не хочешь загадки разгадывать? Будем песенки петь. У меня же еще 18 песен. Я придумал. Где еще петь? Мы не будем петь песенки. Мы поиграем в игру. Я буду петь начало песенки, а ты будешь петь конец. Ох, давай. Давай, 3-4. Внизу родилась елочка. Конец, конец, конец. Дед Мороз, ты что, не понял? Я тебе говорю, я буду петь начало песенки, а ты будешь продолжать. Ё. Садись, будь внимательный. Мне надо, мне надо. Другая песенка. Давай. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? Что сказать, ребятушки, день был плох. Я была у мальчика, чтобы... И для него наболело. Ну как тебе не стыдно? Что? Ладно, хорошо. Уговорил. Ну слава богу. Теперь ты будешь начинать песню, а я буду продолжать. Давай. Я готов. Начинается. Давай.
черты. Ты давай быстрее. Везет лошадка дровеньки, а в дровнях мужичу. Трубил он нашу елочку под самый корешок. Приехала полиция, трубила мужичка. А нефиг трогать елочки, где парк ВДНХ. Ура, ура, ура. Молодец. А теперь у меня для тебя сюрприз. Я теперь тебе спою свою самую-самую любимую песенку и станцую самый-самый любимый танец. Хорошо? Да. Только ты отвернись. Конечно. Отвернись, Дед Мороз. Не подглядывай. Думаю, спокойно. Не подглядывай, Дед Мороз. 24-й этаж. Так теперь назад. Поворачивайте. Родимому. Ну, конечно, я тебя к Сашке отпущу. Потому что Сашка хороший мальчик. Он даже лучше меня. Я тебе 27 стишков приготовил. Да. А Сашка 184. Я хочу. А куда ты денешься? Новый год же. Я хочу. Я хочу. Спасайте! Спасайте! Алло! Алло, Саня! Быстро перекрывай подъезд! Дед Мороз по балконам уходит! Давай, я сверху догоняю! Саня, держи его! Саня!